Программа «12 созвездий». Здравствуйте! Хорошая новость! Некоторым знакам зодиака особенно повезет в любви на этой неделе. А что еще интересного нас ждет с 5 по 11 декабря, расскажем прямо сейчас. Сегодня мы начнем рассказывать, как встретить новый 2023 год и чтобы все следующие 12 месяцев приносили удачу. Итак, во что же одеться в новогоднюю ночь, чтобы хозяин года, черный водяной кролик, остался доволен? Никаких излишеств, кислотных цветов и вычурности, только элегантная сдержанность и свобода движений. Уместны все оттенки серого, голубого, розового и белого. А если все-таки предпочитаете яркие краски, тогда обратите внимание на красный, синий, фиолетовый и, конечно, черный. Кроме подходящих цветов, следует учитывать и материалы. Кролик не потерпит синтетики, поэтому для новогоднего наряда идеально подойдут платья, брюки и блузки из натуральных тканей. Говорят, что тот, кто сможет угодить символу года в новогоднюю ночь, обречен на финансовую удачу. Вы должны иметь преимущество, поскольку на предстоящей неделе астрологические карты складываются в вашу пользу с небольшим перевесом. Однако ваши реакции на непредвиденные ситуации, скорее всего, будут более эмоциональными, чем ожидалось. При столкновении с властью на работе вам следует мыслить адекватно. У тельцов на этой неделе сложное настроение. Вы можете быть довольно скрытными в своих чувствах, но, по крайней мере, открыты и честны в своих действиях. Ваши глубокие и истинные желания, касающиеся дома и семьи, лучше пока оставить в покое. Близнецы, ваше сердце может унести вас далеко от дома, стремясь к далеким горизонтам. Возможно, на этой неделе вы отправитесь в путешествие в поисках любви. Конечно, ваша эмоциональная жизнь должна быть в движении, главным образом потому, что вас скоро охватит внутренняя неугомонность. Раки, иногда нужно просто воспользоваться моментом. Не медлите с продвижением вперед в течение следующих нескольких дней. Это амбициозное время, и вы не сделаете себе ничего хорошего, если спрячете свое стремление в глубинах души. Что-то необычное и очень интересное может произойти в среду. Львы, необходимо решить юридические вопросы, а также обратить внимание на этические проблемы, например, правильность или неправильность запланированного курса действий. Вы хотите сделать все возможное для других людей, и это ваша заслуга. Возможно, раньше вы никогда не поднимали определенные моральные вопросы, но теперь пришло время сделать это. Будьте терпеливы, и вознаграждение придет к вам. Звезды напоминают девам, что их романтическая мечта будет отложена, но ненадолго. На первый план выйдут деловые вопросы, и, похоже, есть необходимость в увеличении расходов на домашние нужды. Весы. Вам хотелось бы иметь личные планы по своему усмотрению, но дело в том, что именно у близких могут быть самые лучшие идеи. Каковы бы ни были ваши взгляды на этот вопрос, похоже, нет иного выбора, кроме как поддастся. Скорпионы, у вас нет времени лучше настоящего для выполнения обещаний, о которых слишком долго забывали. Также пришло время вернуть долг, возможно, взятый несколько месяцев или даже лет назад. Вы справитесь со всеми личными сложностями, со свойственным скорпионам мастерством и постарайтесь произвести впечатление на людей, которые имеют для вас наибольшее значение. У стрельцов может появиться повод усомниться в самых глубоких убеждениях. Это хорошо, так как если вы поставите под сомнение некоторые основы, то сможете понять, почему вы делали что-то не так, и понять, как лучше действовать в будущем. Приобретайте вещи первой необходимости и не совершайте легкомысленные покупки. Роскошь оставьте на потом. Козерогу
вам нужно исполнять что-либо последовательно. Таково общее послание звезд, особенно для тех из вас, кто преследует важные цели на работе. Новые отношения могут принести романтическое напряжение, а также возможность легкого замешательства. Водолеи, возьмите на себя инициативу. Ваша задача должна заключаться не в том, чтобы добиться согласия, а в том, чтобы объединить людей и достичь взаимопонимания. Добейтесь этого, и вы сведете к минимуму вероятность плохого настроения в течение следующих нескольких недель. На этой неделе, кстати, улучшится финансовое положение. Рыбы – это прекрасное время для того, чтобы взять себя в руки. Бизнес должен быть на первом месте. Сейчас не время для сентиментальности, а время для выполнения работы. Возможны дополнительные расходы, вероятно, связанные с домом и семейными отношениями. Вот такие насыщенные и интересные первые декабрьские дни пообещали нам планеты. Смотрите еженедельный гороскоп на телеканале «Видное ТВ» и будьте счастливы!